Профилактика – лучшее средство от многих заболеваний, в том числе и от наркозависимости. В образовательных учреждениях республики уже реализованы десятки проектов, и все они направлены на пропаганду здорового образа жизни среди учащихся. В Чувашской сельскохозяйственной академии прошла презентация самых эффективных. На обсуждение экспертов было представлено 9 пилотных проектов. Все они будут реализовываться в течение следующего полугодия. За это время можно будет понять, насколько они эффективны. Лучший опыт организаторы планируют применить во всех образовательных учреждениях Чувашии. Мы хотим, чтобы на территории образовательных организаций были реализованы комплексные мероприятия, направленные на профилактику наркомании. В конечном итоге реализация данных проектов, я считаю, что позволит нам снизить количество преступлений, совершаемых учащейся молодежью, не только в сфере наркомании, но и в профилактике правонарушений. Татьяна Филатова, Андрей Спиридонов, Республика.